Дорогие братья и сестры. Скопи братья и сестры. Думаю, это было символично в начале служения. Мисля, че было символично началото на служение. Когда мессианские евреи. Куда-то мессианские евреи. И нормальные христиане. И нормальные христиане. Вместе пели славу Господу. Заедно с пели славу на Бог. И провозглашали единство в теле Иешуа Мессии. И сопровозгласили единство в теле на Иисус Христос. Единство евреев и неевреев. Единство на евреи и неевреи. Вот, вы знаете, я хочу в тему проповеди, огромное спасибо пастору Андрею за проповедь. Благодаря пастору Андрею за проповедь. Что, ну, одним из признаков духовного роста. Единый от признаков на духовный рост. Является сокрушенное покаянное сердце. Това е сокрушено покаяно сърце. Ходатайство перед Господом о покаянии. Ходатайство пред Господ за покаяние. Ходатайство о прощении за свой народ. Прошка. За свой народ. И хочу напомнить, что 27 января. Искам напомнить, что на 28 января. Это будет пятница. На 27 января. Как раз накануне Равшабата. Това ще бъде петък. Будет международный день памяти жертв Холокоста. И ще бъде международен ден в памета след Холокост. Во всем мире, в том числе в Болгарии, конечно. Целия свят. И в Болгарии будет много разных мероприятий. Что има различни мероприятия, приуроченных к этому дню. Които са свързани с този ден. Чтобы напомнить миру. За да напомнят на този свят. О том, что 6 миллионов евреев. За това, че 6 миллиона евреи. Это третья часть от всех существующих евреев. Третья часть. От всичките евреи, които съществуват, были убиты только за то, что они евреи. Са били убити само за что-то са евреи. Также были уничтожались не только евреи, но люди, которые нацистам казались неполноценными. И също са били убивани хора не само евреи, но тези, които са изглеждали неполноценни за нацистки. Психически больные. Психично болни хора. Инвалиды. Инвалиди. Гомосексуалы. Хомосексуални хора. Ромы. И так далее. Роми. И очень важно нам всем тоже поучаствовать в этом дне. И много важно и не все, что да, участвуем в той день. Мы приглашаем всех христиан. И каним всички христиане. 26 января будет в 6 часов будет марш жизни. На 26 января. 27-го будет эрев шаббат. На 27-й ще бъде шаббат. Который тоже посвящен этому дню. Който също посветен на този ден. 28-го будет шаббат, посвященный этому дню. На 28-й ще бъде шаббат. Воскресенье. Посветен на този ден и неделя. В субботу и воскресенье будет международная молитва против антисемитизма и нацизма. Суббота и неделя ще имаме интернациональная молитва срещу семитизм, которая можно подключиться онлайн. В която можете се подключите онлайн. Почему приглашаю христиан? За что кани христиане? На эти мероприятия. На тези мероприятия. Ну, хочу напомнить, что евреев убивали не только неверующие, но в основном христиане. Искам да напомня, люди, че евреите са били убивани не само от неверващи, но и от християните, които са посещавали службата. Но лукавый так обманул их, что евреи виноваты в том, что дьявол така ги излагал, че евреите са били виновни. В том, что наш Господь Иисус Христос, че нашия Господ Иисус Христос погиб на кресте. Умря на креста. Ну, да, дата, конечно, такая. Вот Холокост 8 букв, да, вот Холокост, 8 букв, Холокост. 8 букв. А сколько? Сколько боли? Сколько болка? В общем, приходите в церковь. Илата на церкви. Мы здесь будем вместе молиться за исцеление. Заедно ще се молим за исцеление. За исцеление духа. За исцелението на духа. За исцеление нашего народа. За исцелението на нашия народ. Наших народов, украинского, болгарского. На нашите народи, български, украински. За покаяние. За покаянието.
Болгарский народ, несмотря на то, что были спасены 50 тысяч евреев. Вопреки числу были спасены 50 тысяч евреев болгарских. Болгарские евреи. Ну, скажем так, болгарские наши братья, наши предки участвовали. Братья и предцы соучаствовали в Холокосте в отношении не болгарских евреев, других балканских евреев. В отношении только другие евреи, не болгарские. Перемещались по Болгарии. Кое-то содвижили по Болгарии. Извините. И направлялись в концентрационные лагеря. И собились с пращенником в специальные лагеря. Очень важно напоминать, участвовать в таких мероприятиях, очень важно напоминать всему миру о Холокосте. Когда участвуем в таких мероприятиях, важно напомним и на хората. Чтобы не возникали и останавливались войны. Да не возникват новые войны, да спират просто войниты. Чтобы люди задумывались. Хората да се замислят. Что нельзя просто так убивать других людей. Че не треба просто так убивать других хора. Все, спасибо. Благодаря.